Утро доброе. Привет, друзья. В общем, собрались мы. Отличное место. Рекомендую. Ник Эйр. Все классно, тихо, спокойно. Вон птички поют. Сейчас. Супер. Петухи кричат. И мы вот проснулись тоже. С рассветом, считай. Под крик петухов. В общем, едем в сторону Светогорска. Вот. Туда, правда, 180. Не знаем, что будет с погодой. Поэтому, если что, едем до Изюма. Ну, будем стараться все-таки до Светогорска доехать. Все, в путь. Проехали 33 километра от Харькова, где-то это 40. Вот. Остановились Змеев, город Змеев. Остановился, жду Тёмыча. Предлагаю ему куличи. Че не? Куличи? Да, вон есть кулинич. Ремонтируют дорогу. Мост ремонтируют, короче. И вот мы ждем своей очереди реверсной. Шестьдесят километров позади. Андреевка. Пора водой затариться. А то уже осталась маленькая бутылка. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Надо уже. Вылезли, жрать просят. Ждут, когда мамка прилетела. Опа, прилетела мамка, дала поесть и улетела. О, ничего. Проехали. Заехали в Балаклию. Короче, а здесь тучи нас настигают. Уже начинает покрапывать. Мне кажется, нас накроют таких. Не получилось от них убежать. Хотя сейчас мы чуть-чуть повернем. Как раз от них. Точно, мы будем сейчас от них ехать. Успеем мы текать от них или не успеем? Или они нас догонят? Потемнело. Походу там ветер поднялся. Благо он немножко боковой, либо в спину периодически дует. То есть даже подгоняет и дает возможность убежать от тучи. Но туча все равно есть. Не знаю, там есть просветление. Все хорошо. И там впереди тоже все хорошо. А вот сзади там была туча, не очень даже большая. Так и дождь накрыл нас. Сейчас жду Тёмыча, я не знаю, ему там надо было пакетик, чтобы телефон спрятать в пакет. Или он там прячется где-то под деревом, или едет, я не знаю. Пока не видно его. Фу, ну короче, какая-то странная туча. Нас та вроде туча не догнала, но оно... Откуда-то занесло нам этот дождь, непонятно.
Жесть. А сзади там все больше и больше. И походу дальше наша дорога будет только под дождем. Хотя он немножко закончился, а я уже тут дождевик напялил. Уже мелкий идет. Короче, Серега раздел бабушку, забрал у нее дождевик. Нормальный дождевик. Сказал, что ему нужнее. Ему еще катить сегодня. Да вы там вот декатлоны, 1500. 90 гривен. Дождевик за 90 гривен. Штаны за 40 в подарок. Нужно еще парашют. Опа. Да, нормально. Можно и воду собирать питьевую. Можно. Чтоб не покупать в магазине. Точно. Экономия. Это точно. Ну сейчас остановимся, я его хоть сниму. Уже дождь-то закончился. Приехали в Савинси. Перекус. Перекус такой легкий был у Тёмыча. Да. Дальше отправляемся. Я водой затарился. С дождем еще непонятно, что будет. Тучи везде. И снимай! Классная дорога. Офигенский участок. Ух! Обалденно! 35 тулиш. Эй, супер! Все, веселое. Поворачиваем на Изюм. И впереди будет Изюм. Километров через 35. Не знаю, будет ли на камеру видно, как движутся тучи. Вот, отпавшие такие маленькие облачка. Они просто летят с такой скоростью. Все, пошел дождь опять. Как я и говорил, что мы под него попадем. Фух. Хоть прохладно стало. А то 4 дня крутили по жаре под плюс 35. Ладно, будем ехать, ехать. Красота. Ползи, ползи наверх, вот. Красота, красота. Короче, тут дождь льет. Короче, на Серегу напал дикий жор напал на Серегу. Да, капец. И он решил съесть и пиццу, и борщ. И вообще никуда не ехать. Сидеть здесь до вечера. До утра. До утра. Вот такая история. Там где-то идет дождь. И тут тоже идет дождь. Капает. Ползем наверх. Изюм. Капец. Виды прекрасны. Это Изюм. Все это Изюм.
Как здесь красиво. Еще после дождя, после ливня, все в тумане. Да, или это у меня очки в тумане? Не, вроде все в тумане тоже немножко. Немножко так и парит. Очень красиво, очень круто. Все, тут теперь в основном холмистая местность, то вверх, то вниз, затяжные такие, вот, виды открываются, красиво все, дорогу, здесь новая дорога, классно, качество дороги радует, а движемся мы от Изюма до Славянска. Вот. Славянск, Краматорск. Но до Краматорска мы ехать не будем. Ну и до Славянска, наверное. Вот. Вообще, изначально планировали до Святогорска. Но, наверное, так как от Святогорска у нас дистанция до дома маленькая, то мы думаем сначала в Славянск заехать, а потом оттуда ехать в Святогорск и Лисичанск, Северодонецк. Едем. Осталось жалких 15 километров, а мы все никак не доедем. Приближаемся к Славянску. Ну, его сейчас, наверное, за деревьями не будет видно, но рядышком. Приехали в Славянск, забронировали квартирку, ночлег наш, и перед тем, как туда зайти, идти, купаться и так далее, зашли перекусить. Такое тут местечко хорошее. Проехали мы, кстати, сегодня немало, а проехали мы 193 километра. Не знаю, там наснимал я вообще на серию или нет. Ну да, что-то слабее. Сегодня я мало снимал. Да спуски эти, подъемы, они как бы одинаковые, что их там снимать. Ну, вид особо так не передашь, он далековато. Если бы что-то было бы близко, можно было бы поснимать. А так сдалека. Да ширик. О! Это надо вырезать. В общем, перекус и погнали в хату.